Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по инвестпроекту Golden Sea. Не путайте этот проект с игрой. Есть тоже такая игра. Это совсем другая Golden Sea. Значит, дней уже в работе 13. Участников довольно-таки много, 3000. Значит, есть баланс покупок. Баланс на вывод. Тут у меня 9.32. Бонус на покупки. Бонус на вывод. У меня уже все собрано. И малый кустик при регистрации, как вы знаете, дается в подарок за 30 рублей бонус. Можно как бы работать без вложений. Так, у меня вот здесь доход идет. Я купила за 30 рублей кустик один. Значит, нажимаю «Продать урожай». Я хочу денежку вывести. Продала я. Все. У меня сейчас обновится страничка. И поднимаемся выше. Стало 10.48. Я буду выводить эту сумму. Значит, ну, у меня краткое видео есть. Там на YouTube уже посмотрите. Здесь реквизиты, пароль, пин-код, обмен внутренний с баланса на вывод, баланс на покупки. Баннеры, рефералы. Так, я же буду выводить. Нажимаю «Вывести». Опускаюсь ниже, выбираю платежную систему. Я вот отсюда уже проверяла вывод. Рубль 30 я выводила. Сейчас у меня на балансе. Что у меня там на балансе? 10.40. 10.40. Так, «Payer». Сейчас я введу сумму, пин-код и продолжу. Так, я сумму свою вывела. Перезагружаю страничку. Баланс мы должны обнулиться. Переходим. Ну, вот эти копеечки, они остаются на почту. Платит инстантом. Плюс 10.30. Payer у нас берет комиссию. Дата 21.11. Выплата пользователю, мой логин Елена с проекта GoldenSea.biz. Проект платит, все замечательно. Здесь я бонусы собираю. Насобираю, можно будет перевести и, ну, 30 рублей хотя бы насобирать. Купить еще тогда кустик за 30 рублей. Значит, что еще? Ну, в принципе, все. Я уже делала видео здесь о проекте, правила, новости, статистика, контакты. Есть группа ВКонтакте. Можно, значит, вопросы-ответы, новые возможности. Ну, а что у них тут? Новые возможности. Для удобства мы добавили автоматическую регистрацию и авторизацию через социальные сети. Теперь вы можете зарегистрироваться или авторизоваться всего в один клик. Ну и ладно. Ну и здесь вопрос-ответы. Запуск проекта был 8.11. Ну, проект работает, платит. Это самое главное. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.